Дорогие друзья, мы на открытии выставки «Наш мир» – людей с ограниченными возможностями и неограниченными способностями. 11 лет назад состоялась первая выставка «Наш мир», и вот сегодня мы вновь видим работы людей, тех, которые были на первой выставке, и новых, которые присоединились к нам. Мы рады этому очень событию. И сейчас я передаю слово Виктору Липкину. В помещении Матнаса Адар мы находимся, где происходит выставка. И потом Татьяна Серман, которая приложила максимум усилий. Это ее проект «Людей с ограниченными возможностями». Пожалуйста. Спасибо прежде всего. Спасибо всем тем, кто сегодня пришел. И мы открыли, собственно говоря, на этой неделе специальный проект, который называется «Особый февраль». На иврите это называется «Февраль Цет Мин Акляль». Все знают, что в году 12 месяцев, но единственный месяц с другим количеством дней – это февраль. Февраль – особый месяц. И людям с особыми потребностями, с особыми возможностями мы посвящаем как раз этот месяц. В течение всего этого месяца у нас будут проходить различные мероприятия. И сегодня мы открыли выставку, замечательную выставку. Здесь представлены фотографии, здесь представлена живопись. И все это творение людей, у которых есть ограниченные возможности, но прекрасные способности. Это прекрасные фотографы, это прекрасные художники, которые пришли сегодня и к нам показали свое творчество. И больше всего я рад, что пришло большое количество людей сегодня. На самом деле было много людей, которые пришли поддержать. И это прекрасно, потому что люди, которые пришли поддержать своих соседей, которые, может быть, чуть-чуть другие, не такие, как они, это замечательно, потому что в первую очередь это для и для соседей и поддержка, и самое главное для собственной души, это некая такая отдушина, человек дает возможность себе и другим увидеть что-то красивое, что-то прекрасное и поддержать своего соседа, который, может быть, не умеет так быстро бегать, может быть, не видит настолько же хорошо, но у него совершенно другой взгляд, и мы разные, и замечательно, что вся наша разность определяется вот этим общей выставкой. И огромное спасибо Тане Серман, которая является фактически и куратором этого проекта. Она привела этих людей, она принесла эти работы. Мы вместе их отбирали, мы вместе работали. То есть, если бы не Таня, этот проект бы явно не состоялся. Она скромно улыбается, но, тем не менее, ей передаем слово. Да, спасибо большое. Я очень рада, что вот сегодня такое открытие состоялось. Открытие было прекрасным, действительно было много людей, и наши авторы, и их знакомые, и друзья, и работы были представлены, и фотографии, и живопись. Все это очень радует. Радует то, что проект существует 11 лет, проект под названием «Наше братство», который был создан именно для людей с ограниченными возможностями, и как выяснилось, что у них действительно неограниченные способности, они могут творить и творить прекрасные вещи. Кроме того, в рамках проекта «Особый февраль» нас ожидает мастер-класс по рисованию, и мы покажем спектакль нашего театра, театр под названием «Диалог», для людей с ограниченными возможностями, которые в нем играют наряду и со здоровыми людьми. И мы поставили такую классическую вещь, как «Растоптанные петуньи» Теннесси Уильямса. Я очень надеюсь, что зрителям этот спектакль понравится. Мы всех приглашаем 24 числа в 7 часов. Огромная благодарность Матнасу Адар за поддержку, за предложение такого проекта. И отдельное спасибо Виктору Липкину за то, что он принял очень активное участие и помогал нам всем, чем только можно. И спасибо всем участникам нашей выставки и дальнейших проектов. И в заключение только я хотел, на самом деле, все, кто нас видит, все, кто нас слышит, приходите, весь месяц будет выставка. Выставка прекрасная. Поверьте, от того, что вы придете и увидите, вы и свою душу откроете, и поможете людям, которые все это сделали. Приходите на спектакли, приходите на мастер-классы. Еще раз спасибо всем и бецлаха. Дорогие друзья, с вами была программа Haifa News TV, Татьяна Климович и Сергей Гельберт. Смотрите нас, пожалуйста. Сегодня мы на выставке, завтра мы будем еще
где-то, но мы всегда работаем для вас. И сегодня действительно прекрасный день. Спасибо большое Виктору Липкину и Татьяне Серман.